В алматинских автосалонах клиентам навязывают дополнительное оборудование. Проверку устроил комитет по защите прав потребителей. Оказалось, сразу в 17 точках продаж клиентов практически вынуждают покупать различные аксессуары. В поход по автосалонам под видом покупателей госслужащие отправились после жалоб алматинцев. Они звонили с возмущениями в колл-центр комитета. В ходе мониторинга выяснилось, электронику, чехлы и прочие совсем не дешевые аксессуары клиентам действительно навязывают. Продавец на это право не имеет. Специалисты призывают обращаться в автосалоны с досудебной письменной претензией. Если дилеры ее не рассмотрят, то Комитет по защите прав потребителей может назначить официальную проверку. Зачастую очень много потребителей своих прав не знают. Когда вот вам, вы сумму уже узнаете автомобиля, вам, то есть говорят, что в стоимость данного автомобиля еще входит, вы должны приобрести полики, какие-то там брызговики, какие-то там ветровики, то есть какие-то оборудования, которые в принципе не входят в стоимость. Сигнализацию, просят там чехлы, то есть какие-то там аксессуары. То есть они, получается, по сути, человек приходит покупать автомобиль, ему, получается, навязывают вот эти вот доп. Оборудования. Но они ему не нужны. Тем более эти оборудования у них там, получается, они за завышенную цену, например. Можешь пойти купить, например, в другом месте.